Друзья, всем здравствуйте! Мы на киевском запуске новых ноутбуков от Asus, а именно TUF Gaming. Новая серия, вы один из этих ноутбуков уже недавно видели. Новый ZenBook Pro 15, а там красивый такой 14. Сам 14, подсказывает Дмитрий Леонидович, стоит в углу, а также VivoBook, который Иван спрятал под своими мощными руками. Наш постоянный стажер, суперстар и борода года, пан Иван Беский, вам сейчас расскажет про новые продукты от компании Asus. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы показываем несколько новинок, которые были анонсированы недавно на выставках Gamescom и IFA в Берлине. Первый девайс – это серия VivoBook, модель S14. Это тонкий, легкий ноут, который удобно носить с собой. В нем реализовано несколько трендов, которые компания будет развивать в этом году. Первый называется эрголифт, когда ноутбук открыт. Специальный шарнир приподнимает нижнюю часть корпуса, таким образом создается комфортный угол наклона клавиатуры, а также улучшается охлаждение и звучание динамиков, которые находятся на нижней части. Кроме этого, мы сделали Nano-Edge дисплей, это экран с тонкими рамками, боковые и верхние, при этом не нашлось места для веб-камеры с двумя микрофонами. Ноутбук построен на самом последнем железе процессора от Intel 8 серии. Также здесь будут доступны конфигурации с дискретной видеокартой. И немаловажно, мы сейчас внедряем новую технологию, которая называется Optane. Специальные SSD-модули, очень быстрые, которые позволяют, если человек покупает устройство с жестким диском, а здесь будут конфигурации только с жестким диском, можно доставить ультраскоростной SSD-модуль, который кэширует файлы и позволяет довести скорость работы системы до уровня SSD-диска. При этом он стоит немного дешевле. Человек сможет, купив бюджетную версию, допустим, подкопить денег и потом поставить модуль дополнительно, либо же он сможет приобрести конфигурацию с уже установленным модулем Optane. Все это легко настраиваемо и работает абсолютно без участия пользователя. В модели VivoBook S14 это будет все доступно, она появится в ноябре. Кроме нее, также мы показываем модель ZenBook Pro 14. Это флагманское устройство с 14-дюймовым экраном. В прошлый раз мы показывали 15-дюймовую версию. Это младший брат. Он немножко отличается по дизайну. Здесь также, как и в старшей модели, будет доступен скринпэд, но здесь он будет как опция. Скринпэд — это 5,5 дюймов экран, который заменяет тачпад и, соответственно, расширяет функциональность ноутбука, позволяет выводить на дополнительный экран ярлыки, музыкальный или видеоплеер. Также можно будет, подключая смартфон по Bluetooth, управлять нотификейшенами, совершать звонки и в том числе использовать клавиатуру ноутбука для того, чтобы отвечать на сообщения в мессенджерах, которые запущены на телефон. Это все будет работать с помощью фирменного софта. В данной конкретной модели также последний процессор от Intel. Здесь стоит графика 1050 Max-Q. И также будет поддерживаться технология Optane. Здесь есть жесткий диск на 1 терабайт. Может быть установлен либо модуль Optane, о котором я говорил ранее, либо SSD-диск на 256, 512 или 1 терабайт. В зависимости от комплектации. Также хочу отметить, что в этом ноутбуке установлен экран, который имеет сертификацию Pantone. Это означает, что международный институт, который отвечает за правильность цветов и их маркировку, он подтверждает, что этот монитор откалиброван таким образом, что он отлично подходит для тех, кто занимается цветообработкой, работает с фото, с видео и гарантирует правильность передачи всех цветов. Здесь это есть, независимо от комплектации, ZenBook Pro 14. Остались еще две новинки из игровой серии, FX505 и FX705. Оба устройства
также предлагаются с экраном нано-LED, что здесь тонкие боковые рамки. И важно отметить то, что этот ноут относится к категории бюджетного гейминга, как называют его производители. То есть стартовая цена таких ноутбуков, при этом конфигурация абсолютно играбельная, стартует от $1000-$1100 в случае с конкретно этим экраном. Также мы предлагаем в качестве опции в этой модели экран с частотой развертки 144 Гц. На данный момент среди конкурентов в этом сегменте мы предлагаем такой обсуждение, но при этом ноутбука тонкие рамки, это то, чего просили и хотели пользователи уже давно. Теперь в игровых ноутбуках это есть. Внутри очень хороший набор, процессоры Intel Core H серии, это производительные решения, есть версии с Core i5 и Core i7. Также будет доступно до 32 гигабайт оперативной памяти. Это значит, что вы сможете ее добавить самостоятельно со временем. Если, там, допустим, покупается базовая конфигурация с 8 гигами, потом это можно расширить. Также будут предлагаться варианты с 16 и с 32 гигами соответственно. Видеосистема 1050 либо 1050 Ti. И также появилась версия на 1060, она у меня в руках. Как видите, ноут хорошо подходит для современных игр, он обеспечивает достаточную производительность, конечно, это не топ-решение, но для того, чтобы играть в современные игры, такого девайса будет достаточно. Это вполне адекватная замена настольной системе, если можно так выразиться. И это FX505. Кроме него мы добавили в линейку FX17-дюймовую модель. Раньше у нас ее не было. По сути, отличается она только размерами экрана. Во всех случаях это IPS. В качестве опции доступно 144 Гц. Тоже тонкие рамки. Железо точно такое же. Есть варианты с 1050, 1050 Ti и 1060. Кроме этого, еще в качестве такого бонуса для персонализации мы поставили клавиатуру Aura RGB, которая полностью настраиваема. С помощью приложения, установленного на ноуте, можно будет изменять любой цвет, который вам нравится, просто выбирая на палитре, менять частоту мерцания и таким образом персонализировать свой ноутбук. Вот сейчас это очень популярная история, и в новой модели она доступна. И вы, в принципе, эту софтину немножечко видели в нашем, собственно говоря, обзоре. Вот. То есть, в принципе, вы 505 видели, а это более крупная версия, и только размером она и отличается. Что у нас по ценам? По ценам VivoBook S14 будет начинаться с $850 за самую дешевую комплектацию. Там будет Core i3, будет графика MX130. И будет установлен уже модуль Optane из коробки. Также в комплекте будет сумка и мышка, что тоже, в принципе, дополнительный какой-то дополнительный бонус для покупателя. Дальше идем. ZenBook Pro 14 стартует от 1600 и заканчивается на 1800. Это за топовую версию со скринпэдом. FX будет начинаться с $1100 и заканчиваться $1700 за топовую версию 17 дюймов. Топовая версия 15 дюймов будет стоить 1500. За информацию большое спасибо. И прямо после этого мероприятия к нам на обзор уходит Asus ZenBook Pro 14, вот, который у нас на Optane. И будьте добры, у кого есть вопросы, прямо в комментах под этим роликом задавайте эти самые вопросы по этому самому ноутбуку и рассказывайте, как вам впечатление от новых продуктов от Asus. Возможно, и VivoBook возьмем, если у кого-то будет огромное желание увидеть его обзор. Возможно, старший Tough Gaming. Как бы все от вас зависит. Ивану большое спасибо за информацию. Спасибо. Вам спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, тыкаем лайки, делимся с друзьями. Пока-пока.